Сегодня у меня распаковка флешки от Samsung с AliExpress. Ссылка будет в описании. Почтовая обертка с пупырками, а внутри еще одна желтенькая упаковка. Это матрешка. И еще одна упаковка, уже от самого Samsung. Огромная упаковка и очень маленькая флешка microSD. 32 гигабайта. Пришла она за 12 дней. На момент покупки ее цена была $11.62. А сейчас ее цена упала и составляет $10.93. Плюс цена доставки. Продолжаю распаковку. Тут указано, где резать. Значок ножниц и линии. И тут еще упаковочка. Прозрачная. Да, это реально матрешка. Вот сама флешка. Продавец предлагает следующие варианты этой флешки. На 16 гигабайт, 32, 64, 128 и 256 гигабайт. И плюс эти же варианты с адаптером. Они чуть дороже на $1, даже меньше. Еще продавец пишет, что некоторый объем на флешке требуется для хранения ее собственных драйверов, поэтому доступный объем памяти для пользователя немножко меньше, чем заявленный. А теперь я проверю ее в работе, эту флешку. Сейчас я вставлю флешку в этот телефон. Вынимаю ту, которая здесь сейчас, и вставляю самсунговскую. Карта памяти. Мы на нее уже записали кое-что, она сейчас не пустая. Сейчас я ее через компьютер открою и посмотрю, какой у нее объем, и убеждусь в том, что она работает. Телефон запрашивает подтверждение подключения к компьютеру. ОК нажимаю. Лучше зайду в мой компьютер. Е — это сам телефон. 0 байт из 45 килобайт. А F — это, по-видимому, флешка. 29,7 гигабайт свободно. Из 29,8. Ну, сейчас что-нибудь скопируем на нее. Вот моя музыкальная папка. Большая. В ней вот, допустим, первую возьмем. Она занимает 160 мегабайт. Вот сейчас я эту папку скопирую на флешку. Ставить. Сейчас 20:04. Посмотрим, за какое время скопируется. Ну вот, наконец, папка скопировалась на флешку. Сейчас 20:09. То есть за 5 минут эти несчастные 160 мегабайт скопировались. Просто этот телефон старенький.
И на этом все. Флешка работает. Рекомендую к покупке. Ссылка на страницу товара в описании к этому видео.